Записали? Отлично. В таком случае вы можете идти на перемену. Все, ребят, до встречи. До свидания. До свидания. До свидания. Блин, девочки, когда вы уже наберетесь смелости? Кирилл, ты сейчас о чем? Про какую смелость ты говоришь? Ой, только не надо делать вид, что вы не понимаете. Если честно, то нет. Можешь как-то конкретнее выражаться? Девочки, вы несколько дней назад говорили, что хотите извиниться перед Елизаветой Сергеевной. А, ты об этом? Время идет, а вы все молчите. Кирилл, перестань. Мы просто ждем подходящий момент. Да ну конечно. Такое ощущение, что этот подходящий момент никогда не настанет. Серьезно, нам просто нужно подготовиться. И все обдумать. Да что тут думать? Просто подходите к Елизавете Сергеевне и говорите, что простите нас. Ну, да, может ты прав, а может и нет. В смысле? Слушай, если разобраться, то мы ей ничего плохого не сделали. О, начинается. Ну а что, по сути Маша права, разве нет? То есть вы уже забыли, как хотели подложить новой училке телефон директрисы? А потом принесли в школу опарышей, чтоб ее напугать. А потом... Все-все-все, можешь не продолжать. Угу, мы тебя услышали. Правда? Да, в ближайшее время мы извинимся перед Елизаветой Сергеевной, обещаем. Нет, так не пойдет. Почему? Что тебе не нравится? Вы сделаете это сегодня. Кирилл, какое сегодня? Мы не готовились. Это должно быть как-то по-особенному. Например, речь подготовить? Ну, почему так? Как минимум, ей нужно сделать какой-то подарок. Угу. Да, такой, чтобы Елизавета Сергеевна по-любому оценила. Окей, подарок так подарок. В чем проблема? Кирилл, на подарок вообще-то деньги нужны, а у нас их нет. Ага, так вот оно что. Тю, тоже мне беда. Кирилл, с пустыми руками мы к ней не пойдем. Короче, ждите меня здесь, я сейчас все решу. Так, что он уже задумал? Не знаю, может, за деньгами пошел? Кирилл, за деньгами? Не смеши меня. Хотя да, что это я? Девочки, вот ваше спасение. Что это? Здесь... Мы нарисуем портрет Елизаветы Сергеевны и напишем большими буквами «Простите». Круто я придумал? Ну, в принципе, если подумать, в этом что-то есть. Замечательно. Я знал, что вам понравится. Приступаем. Чё сидите? Подходите. А кто рисовать будет? Ну, давайте я. Ну, окей, рисуй. Думаешь, она оценит? Уверен. Главное, рисуй все максимально красиво. Ага, чтобы нам не пришлось еще из-за этого извиняться. Девочки, не волнуйтесь, у меня все под контролем. Рисуй давай. Блин, походу кто-то идет. Это может быть Елизавета Сергеевна. И что будем делать? Соня, Ксюш, задержите ее, а мы пока с Машей закончим рисунок. Угу, окей. Девочки, в чем дело? Ни в чем. Все хорошо. Тогда пойдемте. А куда? В класс. А туда нельзя. Что значит нельзя? Это шутка. Не смешная шутка. Мы это хотели у вас спросить. Угу. Я вас слушаю внимательно. Оценки. Вы не озвучили нам оценки сегодня за урок. Ничего страшного. Завтра узнаете. Соня, Ксюш, разрешите мне все-таки пройти? Нет, мы хотим сейчас. Да, а то родители возьмут дневник,
А там пусто. Начну спрашивать за оценки, и сказать будет нечего. Достаточно. Я поняла. Пойдемте в учительскую, раз это вам так важно. Кирилл, долго тебе еще рисовать? Не, уже почти все готово. Давай быстрее. Соня и Ксюша не смогут долго удерживать Елизавету Сергеевну. Все, теперь твоя очередь. Иди пиши. Ну, наконец-то. Кирилл, это что такое? Ты кого нарисовал? В смысле? Елизавету Сергеевну? А кого же еще? Как по мне, это больше похоже на Ирину Анатольевну. Маш, да перестань, не выдумывай. Кирилл, даю 100%. Елизавета Сергеевна вот это не оценит. Ничего подобного, оценит. Еще и как. Готова даже поспорить. А давай. Окей, на что спорить будем? А давай, если Елизавете Сергеевне это понравится, ты обрезаешь волосы. А если нет, то тогда я. Волосы? А что такое? Испугалась? В таком случае не надо говорить, что я рисовать не умею. Рисовать, может, ты и умеешь, но точно не Елизавету Сергеевну. Тогда спорим. Окей, я готова. Такое не может понравиться. Скоро узнаем. Готовься ходить лысым. Это ты готовься к короткой стрижке. Сейчас я быстро пишу и идем к Елизавете Сергеевне. Только перед этим пообещай, что условия спора ты выполнишь. Обещаю. Уже не терпится на это посмотреть. Я не проиграю. Даже не мечтай. Посмотрим. Ну что, я надеюсь, теперь вы довольны? Угу. Отлично. А теперь позвольте продолжить мне свои дела. Какие дела? Девочки, может, хватит уже? Вы думаете, я ничего не поняла? А вы о чем, Елизавета Сергеевна? Вы не пустили меня в класс. Настояли на том, чтобы мы вернулись в учительскую. Придумали странный повод. Продолжать? Вот и я считаю, что не стоит. Все надежды на Машу и Кирилла. Верим в лучшее. Пойдем. Елизавета Сергеевна, мы к вам идем. Дайте угадаю, вы тоже хотите узнать свои оценки. Какие еще оценки? Да не важно, это я так. Ну как, все хорошо? Девочки, вы как раз на самое интересное успели. Елизавета Сергеевна, у нас есть для вас подарок. Подарок? Ага, своими руками делали. Ничего себе. И где он, ваш подарок? Вот, в руках. Елизавета Сергеевна, только сразу предупреждаю, он так себе. Не слушайте ее, все там как надо. Тогда покажите, а там уже решим. Ах да, вот, смотрите. Судя по выражению ее лица, Кирилл проиграл. Ты сейчас о чем? Мы что-то попустили? Потом расскажу. Это что, я? Вы узнали? Скажем так, догадалась. И как вам, Елизавета Сергеевна? Ну, таких подарков мне еще никто не делал. Спасибо. Елизавета Сергеевна, только не говорите, что вам понравилось. Маш! Да не просто понравилось, а очень понравилось. Что и требовалось доказать. Нет, я не могу. Спор есть спор! А что происходит? А это, наша Маша проигрывать не умеет. Ждите здесь. Кирилл, что это с Машей? Почему она убежала? Скоро вы увидите Машу с короткими волосами.
Маш, рассказывай. Если ты будешь молчать, я не смогу тебе помочь. Мы поспорили с Кириллом. Так, продолжай. Суть спора была такова: если вам понравится рисунок, то я обрезаю свои волосы. Из-за этого ты расстроилась? Угу. Я просто не хочу этого делать, но придется. Соберись. Я, кажется, знаю, как решить этот вопрос. Пойдем в класс. Пойдем, пойдем. Кирилл, обрезай. Елизавета Сергеевна, я знал, что вы будете на моей стороне. Нет, Кирилл, ты не понял. Волосы нужно обрезать не Маше, а мне. В смысле? Будем считать, что Маша передала мне свой проигрыш. Вы уверены? Можно побыстрее, пожалуйста, пока я не передумала. Я стригу. Маш, это все ради тебя. Will I cry? Капец. Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? If I fight, will I come to life?